Помочь пожилому человеку распечатать QR-код призывает Министерство социальной защиты. Соседям по дому, знакомым пенсионерам и друзьям старшего возраста, далеким от современных технологий, может быть сложно сделать это самостоятельно. Благодаря помощи неравнодушных людей пожилые люди смогут продолжить жить в привычном ритме и не почувствуют себя одинокими. Минсоцзащиты напоминает, если не удается распечатать код самостоятельно, можно сделать это в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или в МФЦ. В этих учреждениях обеспечат доступ к порталу госуслуги. Для того, чтобы предоставлять QR-код, можно использовать электронные носители и показывать его с наших экранов смартфонов. Но можно QR-код этот распечатать, в том числе и в МФЦ, помочь, может быть, попросить родственников для того, чтобы они это сделали. И на бумажном носителе также его можно предъявлять. Сканирование осуществляется одинаково эффективно, хоть с того, хоть с другого носителя.